Власне, тепер я розумію, чому кількість жінок, які займаються підводним полюванням, можна перелічити по пальцях. У такому спорядженні почуваєш себе нежіночно і незручно. Тому, дівчата, залишимо цю справу чоловікам, а самі займемося чимось більш приємним і цікавим. Для мене. Я ніколи не зможу закинути ногу за шию і в такій позі кренделя почувати себе спокійно. Так от, якщо вже після першої невдалої спроби ви здалися, вам ніколи не стати справжнім йогом. А оскільки я твердо вирішила досягти гармонії і навчитися відчувати кожну клітинку свого тіла, я маю намір проявити наполегливість і терпіння. Сьогодні моє перше заняття і всім бажаючим я пропоную приєднатися. Тим паче опановувати практику я буду під керівництвом досвідченого інструктора йоги Наталії. Наталія, добрий день! Ну, вам не нужно с первого занятия забрасывать ногу за голову или там за шею. Достаточно научиться попробовать сидеть ровно, с ровной спиной. Этого будет, ну, как бы, для первого занятия это будет достаточно. Ручки в стороны. Так. Ну, вот макушечка тянется вверх. Мягкое дыхание. Між іншим, правильне дихання – один з фундаментальних принципів йоги, але про це пізніше. Спочатку з'ясуємо, що взагалі криється за цією древньою східною практикою – оздоровча фізкультура, циркова акробатика, а може щось інше? Йога не обмежується тільки оздоровленням. Чоловік приходить практикувати, займатися, коли внутрі щось є якась потреба. Любую потребу, ну, внутрі чоловіка може заповнити йога. Кто-то может прийти, потому что чего-то там не умеет. Он, допустим, есть какая-то потребность настроить себя в, в межличностных отношениях более гармонично, не получается что-то с партнерами. Кто-то в социальных взаимоотношениях слабый, его там, ну, как бы не может продвинуться в карьере или еще в чем-то. И потихонечку каждый находит для себя все, что ищет. Ну, если, опять же, практикует. А кто-то хочет вот только здоровое тело, все. Ну, тело, дух, все взаимосвязано. Хатха-йога, кундаліні-йога, бхакті-йога. У новачків від самих лише назв голова іде обертом. Однак це східне вчення настільки багатогранне, що кожен знайде в ньому свою нішу. Прана-йога, ну, в переводі з санскрита – енергія. Ну, как бы, если к йогам, там, допустим, хатха-йога – это система, которая развивает там, тело физически. Там, раджа-йога занимается психикой человека, карма, какие-то социальные взаимодействия, бхакти, эмоционально-чувственная сфера человека. Выбрать из всего этого, как бы, походу, нужно выбирать не йогу, а инструктора или школу, за которой идет традиция. Ну, что имеется в виду? Это система наработанных практик, методов, которые проверенных, там, не на одном человеке, и, ну, сбор не одним человеком, допустим, один мой опыт, и все, как бы, этого недостаточно. Протягом тисячоліть в йозі існував закон. Опанування будь-якої практики має відбуватися під керівництвом досвідченого вчителя. Самодіяльністю в йозі почали займатися лише в останні кілька десятків років. Література і відеоуроки стали доступні в необмеженій кількості. Однак чи варто ризикувати? Ні в якому випадку. Мы буквально даже со старшими учениками, вот я ходила только что, каждые 15 секунд повторяешь каждому, что, ну, или дыши, он забывает дышать, или тянуть спину прямо, или где-то не дотягивается. А если сам вообще никогда не, ну ладно, даже старший что-то уже может для себя сделать, которые занимались много лет у инструктора, то те, кто начинают, они, ну, допустим, обычным дыханием можно себе повысить давление настолько, что, а если оно тебе и так повышено, или очень сильно понизить, спровоцировать какой-то пранаяма, тахикардию.
или неправильно подобранная медитация, она может вообще разладить всю психику. Допустим, вот человек там, ну, как бы не умеет в социуме общаться, да, а он делает какую-то медитацию и представляет себе, вот часто там в интернете можно найти, там, представьте, что вы там дружелюбные, что вас все любят, что у вас много друзей, он начинает представлять и уплывает в нереальный мир. И как человек становится, нет мира сего, а ему просто надо как бы идти учиться общаться, улыбаться с людьми, здороваться, как бы. А этого не хватает. Но он же выбрал себе практику, вот я представлю, будет все хорошо. Нет, нужно некоторые сверхусилия, инструктор может только найти непосредственно под каждого практику. Не думайте, що вже на перших заняттях ви зможете ось так спокійно робити стійку на голові. Знадобиться не один рік, аби опанувати такі складні асани. Але прагнучи фізичної досконалості і духовної гармонії, обов'язково враховуйте свій стан здоров'я, інакше результат буде повністю протилежний. Ми не беремо, допустим, якщо якісь опухолеві, можна спровоцировати увеличення, інфекційне, заболівання крові, там какие-то тяжелые черепно-мозговые травмы, межпозвоночная грыжа. Если вот тяжелая, сильная усталость, то уже как бы, ну, можно подобрать какие-то упражнения, которые смягчат это состояние. Нужно просто как бы научаться чувствовать свое тело. Различные сердечные заболевания, тахикардия, это как бы очень много практик нельзя. Там понятно, что и нужно заниматься, но как бы очень-очень осторожно. Достатньо теорії, перейдемо до практики. Перше, чому вам слід навчитись – техніці дихання. Ми опять делаем несколько своих обычных дыханий, вдохнули. И делаем полный выдох. И начинаем дышать снизу. Заполняется сначала животиком воздух. И вот он, пузико приподнялось, начинает вдох делать грудь. В стороны, вперед и вверх, да. Теперь мягенько выдох животиком, а грудь не опадает, она стоит, да. Выдох животиком делаем, делаем, делаем. И выдох грудью. Те, що для індуса добре, для українця смерть, твердить скептики. Мовляв, ця східна філософія далека від нашої. Там було жарко, і там було пильно, допустим, і там розробувалась своя система методів і практик, которые приводили в порядок там индуса. У нас все как бы подбирается под, да, под украинца. Обычно мы такие не очень гнемся, да. И ту асану, которую там закручивается индус, нам настолько смертельно, что как бы мы не раскрутимся. Но мы используем некоторые ключи. Допустим, как бы какое-то натяжение, если нужно проработать там переднюю зону, это не обязательно там заворачиваться там в очень что-то мощное, сложное, как бы достаточно именно натянуть вот это вот по максимуму, насколько позволяет именно твоя гибкость. И как бы это будет твоя хатха. Чувствуешь, как бы вот оно, натянулось, и это прорабатывается. Другую зону начинаешь растягивать, задний меридиан, потом какие-то скручивания. И не нужно завернуться прямо в что-то очень сложное.